Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено боксу, где мы работаем абсолютно без вложений. Кликет джин. Значит, у меня новости. Здесь вот, как заходим мы в кабинет, вот такое окошко появилось. То, что они сообщают, что у них есть замена Faucet Hub. Мы выводили с этого букса на Perfect Money. Вывод делали и на Faucet Hub в Bitcoin Satoshi. Но так как Faucet Hub прекратил свою работу, они искали альтернативу Faucet Hub. И они установили платежную систему Payeer. Это переведете здесь все. Прочтете. На почту пришло письмо такое мне вчера. Значит, что они пишут? Как вы можете быть в курсе, Faucet Hub прекратил поддержку микроплатежей, поэтому больше недоступен. Мы добавили новую альтернативу, и это еще в бета-версии, друзья. Вывод на Payeer. Значит, минимальная выплата, они здесь пишут, 5 центов. Как вывести с помощью Payeer, получить свой аккаунт. Так, здесь вот они скриншот выложили. Значит, сейчас я все это вам покажу, что надо нажать на Payment и прописать платежный реквизит. Так, далее, что еще? Ну, как бы нажать сохранить, ну, все такое информация. Давайте посмотрим, значит. Так, где у нас здесь мой профиль? Нажимаем сеттинг. И вот сюда Payment. Вот видите, мы нажимаем сюда. И здесь вот у меня прописан Perfect Money. И сейчас я пропишу платежную систему Payeer. Значит, у меня сразу высветилось. И нажимаю сохранить. Все. А, security код. Сейчас еще мне код придет. Угу. Так. Ну, это я уже удалю, оно мне не надо. Или мне свой надо вводить. Ага, вот security код. Здесь все, друзья, работает через почту. И каждый раз новый, как бы, код приходит. Сюда вставляем security код. Нажимаем. И все. Переводим. Настройки успешно изменены. Кто не знает, букс работает через почту. Значит, смотрите. Это я тоже удаляю. На данный момент вот такое мне письмо приходит, кликет джин. У меня 6 рекламок. Бывает по 8, но в течение дня еще прибавится. А бывает вообще может не прийти. И вот такие вот кошлинки, вот 6 штучек их здесь. Мы нажимаем на ссылочку, нас перебрасывает на страничку. Сейчас страничка загрузится. Так, сейчас загрузится, покажу, кто не знает. А бывает одна рекламка, ну по-разному, бывает вообще может не прийти. Как-то они вот так. Вот идет отсчет времени. И нажимаем. Так. Бывает вот такая капча. Бывает просто красненькая. Very. Далее Send. И вот бывает без капчи. Иногда появляется капча. Но она очень редко.
Нажимаем на красненькую. Все, нам просмотр засчитан. И вот таким вот образом мы просматриваем как бы рекламку. И нам идет зачет. Вот, ну что, в принципе, на этом все, что я хотела сказать. Ну, вот здесь партнерская ссылочка сразу находится. Вот здесь, вот видите, шкала, как вот по мере того, как приходит рекламка. Здесь я вот заработала 11 центов, здесь 7, здесь вообще 1 цент. Значит, здесь 10, ну, по-разному, 5, 13, 14, здесь 23 цента, 18, today, вот 6 центов. Как-то вот так все идет. На этом буду заканчивать. Кому интересно, пользуемся. Как я сказала, на Pair это еще, друзья, бета-версия. Кто будет выводить даже, что я хочу нажать? Виндраф, Майнд Баланс и Pair. Минимум 5 центов. Если вам не придет вывод, значит, если не придет вывод, что мы делаем? Вот здесь суппорт, потому что Pair еще работает в бета-версии. Поддержка отвечает. Я общалась с поддержкой, у меня был вопрос, я писала, поддержка мне ответила дня через два. Вот, так что не паниковать. И что? Контакт. Нажимаем. Это вы сами уже все проделаете. И здесь что? Вот здесь вот ваша как бы форма. Можно перевести на русский. Но лучше все на оригинале. Да, здесь она не переводится. Я это все копировала. Выбирайте галочку, что вам надо. Значит, тут payment. Это как бы деньги. Да? Пишите на английском языке в свое сообщение. Если есть файл, как бы загрузить файл, скриншот. Далее submit. Нажмете, чтобы файл как бы здесь сохранился. Разгадываете капчу, нажимаете send. Вот таким вот образом писать в поддержку. Ну и вопросы-ответы почитать. Как бы вот так писать в поддержку, в случае чего. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Работаем. До новых встреч.